как вы собираетесь открывать, если вы здесь стоите? По крыше пройдете? Вы сначала проедете. Вы не понимаете, что вы... Где кнопка? Да вот она здесь. Она же не около ворот. Я поэтому и думаю, чтобы вы подъехали. Вы смотрите. Посмотрите справа велосипеды. А то мне надо ровно выехать, они мне мешают. Смотрите, да, с двух сторон, прям встаньте посередине. Справа смотрите, справа, слева я вижу. Все, открываю. Сколько вьетнамцев здесь развелось? Да ну противно. Какая-то значит столица вообще Норвегии. Вот посмотрите на улицу. Да, район. Это центр города. Вот мне, например, неприятно в Москве, если будут вот такие ходить, их будет столько же, сколько и русских. Я вообще в столице русского государства живу. Если мне надо поехать в Душанбе, я возьму путевку и поеду туда. Так, здесь мы выезжали, да? Кажется. Да, да, да. Нет, но она пешеходная, то есть по ней нельзя ездить туда-сюда. То есть другое дело, что тогда. Бля. Что ж там такое крякнуло? Нифига себе. Задел что ли? Что-то вроде так. Такая, там достаточно чуть-чуть. Выхлопную трубу заденете, она отвалится. Начнется необратимый процесс в плане того, что звук будет у выхлопухи реветь, и за это могут остановить. Так, вы не пристегнуты? Ну, мы уже приехали почти. Поворачиваем направо, затем поворачиваем налево. А направо-то здесь нельзя. Нифига себе. Ах, вон они как едут. Ну, наверное, раз машины едут. Да, и вон он поехал сюда тоже. Пусть он выйдет, что ли. Ну весь ремонт идет, Оля. Не просто же так они, дураки, что ли, ехать так. Вот и едет, и давит собака. Поворачиваем налево. Так, магазин. Вот он здесь, они сказали, этот магазин. Называется Меню. Меню или что-то там в этом роде. Вот ну, нам надо встать. Просто. Вы видите сюда его вот или нет? Пока нет. Ё-моё. Смотрите, вон они тут разъездились. Так, тут ворота загорожены, если только... Да я вижу. Мне просто некуда ехать больше. Ну, смотрите, вы сейчас съедете. И съеду, ну и что? Тут маленькая она. Я почувствую.